Давай, иди вперед. Я тебе все кости переломаю. Свои собери сначала, придурок. Я без там уж разорвала его. Кости он переломает. Тролль спит. Фига себе. Дайлан-то тут не шутит у нас, ни хрена. Дайлан у нас не шутит, он просто взял к троллю спящую, подошел топором его, блин. Я не смог выполнить. Да-да, иди взломай давай. Маньячело чертова. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Дайлан. Я избавил мир от этой грязи. Ну почти убили, блин, пипец. Ну, сами-то мы вряд ли что-то тут сделаем. Кстати, смотрите, призрачная этот шляпа-то пропадает. Кстати, может быть, что-нибудь и завалим сейчас. Только попадать будем. Надеюсь, ты за нами не пойдешь. Лошара не успел. Дайлан, ты тут? Давай, пошли. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Neverwinter Nights Enhanced Edition. В прошлой серии мы вышли на территорию этого леса Neverwinter, но пока это не сам лес Neverwinter, да, это к нему дорога. Вот, мы нашли археологов, взяли тут квестов и давайте сейчас пойдем разбираться с троллями, я так понимаю, что в эту пещеру. Еще мне ребятушки подсказали, как справиться с этими, с волколаками, да, с этими, с оборотнями. Я, оказывается, надо на них было напасть и по нелепой случайности я убил его, потому что у меня... Дайлан падла такая, он просто набросился на него и кританул там, или в общем что-то такое. По идее, по задумке, мы избиваем оборотня, да, он говорит с нами там, тра-та-та, и мы даем ему амулет и, соответственно, излечиваться. Вот, я думал, что надо амулет отдавать, когда он человеком станет. Вот, я думал, может какой-то ритуал провести или что-нибудь типа такого. Оказывается, нас подводил вот это вот за серия, ну ладно. Поэтому как-то так. Еще мне подсказали, ребятушки, что можно ускорение на себя кинуть, заклинания будут быстрее кастоваться. Поэтому давайте посмотрим. Сейчас тоже попробуем это с ускорением. Может быть и реально побыстрее будет. Я думал, что это не работает. Так, ну давай. На паузе попробуем. Давай вот так. Ну-ка. Ну, ну да. Реально, пипец быстро. Фига, реально, смотрите, вот это за бафы пошли. Оружие, спасибо большое. Вот это да, вот это прикол. Офигенно. Смотрите, насколько быстрее стали за бафы. Офигенно вообще. Так, все, поперли в пещеру. Олень, опять это череп... О, юный тролль. Так, у нас что, у нас лук. Подожди, а сколько у нас силы? У нас добавилось? Да, 3 плюс 3, отлично, ровно 16. Ну-ка, о, смотрите, как стреляют под скоростью, обалдеть. Да, со скоростью, конечно, мам, не горюй. Но, к сожалению, скорость у нас слишком мало работает, поэтому мы ее будем... Я не смог выполнить задание. Только в этих, в экстренных случаях. It is done. It is done. Так, вот, и надо бы порядочек привести инвентарь, поэтому, наверное, в начале следующей серии, я просто сейчас забыл, в начале следующей серии, наверное, я приведу в порядочек, все рассортирую, потому что у нас тут хаос какой-то начался уже. Перевес, это теперь 150 с ума сойти. Не перевес, а в смысле веса, 150. Обалдеть, на 14 минут, вот это кайф. Так что у нас теперь, скажем так, места явно больше будет, да? Занимаемого. О, часовня. Здесь лежит храбрый и благородный первопроходец Аллох, что смеялся над опасениями нижестоящих, выстрелил эту прекрасную башню. Я понял. Давайте посмотрим. Раз здесь тролли стояли, я думаю, что здесь реально тролли. Грязные тролли. Так, это кто? О, ну тролли, да, вон. Так, отлично. Сейчас наш чувачело. Так, трупики, ничего нету, нормально. Должен, давай. Так, давай. Блин, пожалуйста.
Ой, хорош. 18. С ума сойти, 18 я был убил. Не, этот маничелло, конечно. Так, а с тролли ничего не падаешь, что ли? Блин, очень жаль. Ха-ха-ха, стоило постонать, Монетки, но тем не менее. Тут какой-то главарь, скорее всего. О, огры, смотри-ка. Так, давай сюда зайдем, тут какой-то огр. Давай, иди вперед. Я тебе все кости переломаю. Ха-ха-ха, свои собери сначала, придурок. Я без того, что разорвало его. Кости он переломает. Так, пожалуйста. Я не смог выполнить задание. Какие у огров закрыт сундук? Я представляю, как они его запирали. На этого стоило, наверное, посмотреть, как они его запирали. Наверное, там такой консилиум собрался. Так, 48 монеток, кстати говоря. Что у нас по деньгам? 27 тысяч. С миру по нитке, что поделать? С миру по нитке. Так. Песня все равно еще не так долго. Вот когда великое воодушевление берешь, вот там будет вообще кайф. Там на 100 раундов это вообще пипец. На полчаса где-то. О. Тролль берсерк. Так, 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 так. О, тихо, тихо. Так, 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 так. У нас этого пусуна валят. Наверное, все, ему хана, да? Так, еще жив. Давай, брат. Тролль берсерк. Хорош. Пипец, конечно, мощный. 222. Нормас. Вот говорили мне там, что заклинания не нужны. Но, как показывает практика, они неплохо себя зарекомендовали. Так, давайте-ка похилим его. Так, у нас получается, давайте вот это вот говно скидывать ему все, всякое. У нас его много. Вне боя как раз. А, я понял. Не, кстати, он достаточно неплохо так восстанавливает. Не то чтобы вообще мизер какой-то, да? Я думал, что-то там вообще плохонько. А, еще на него на одно ускорение, но это, наверное, с боссом, когда будем. Да, да где-то там. Наверное, когда с боссом будем драться, наверное, ускорение на него тогда киданем. Достаточно сильные тролли, просто пипец. Вот этот берсерк, это... Фу! Это, конечно, да. Так, болты нам уже не нужны. Мы, получается, только с этим. Давай без ловушки. Да-да-да, ну ладно, четверочку пойдет. Заперто, иди разбирайся. Да-да-да, вообще не пробивает, пипец. О. It is done. Так, it is done. Сделано как сделано. Так, зелье невидимости. Ну... Очень ситуативная хренотень, по сути, да, вот невидимость-то. То есть, проще... Блин, нифига 24, еще и чудом какие-то выжил. О, давай мы этого заставим. Так, иди. Отпереть. Пока встанет. Куда ты? Куда он побежал? Я не смог. Оно, видимо, оно не отперто, я так понимаю, да? Ну, стан, проходи уже сгорей. Я понял. Вот почему он побежал туда. Потому что у нас отперто было, да, здесь. Так, там еще, по-моему... А, там огры. Обычные огры — это ерунда. Как бы давай без ловушек. Так, огр, огр. Так, 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 тихо, давай вот так тогда. Иди разбирайся. Уф! Чего там? Они просто исчезают, блин, обалдеть. Пацаны просто исчезают. Ух ты, вино.
Вина у нас, кстати говоря, уже много, и я как-то спросил тут у подписчика. Подписчики даже не знаете, вы че, ничего не знаете, что ли, зачем вино? Сказали просто так, так что можешь выпить его. О, дженис какая-то. Слушай, это не вторая это? Нет ранений. Так, медное ожерелье. Я не помню, кто такая дженис. Ну, сейчас мы подойдем, она в каком-то портале стоит. Может быть, чуть-чуть знакомо, может по квесту какая-то, лабуда. Пес ее знает, ну-ка. Приветствую. У тебя, кажется, мне симпатичное лицо, мальчик, что ты здесь делаешь? Я очищаю эту пещеру от ролей и угров, как вы сюда попали? Меня зовут Дженис, и я пленница этих монстров, ну, своего рода пленница. Что вы имеете в виду под своего рода пленница? А почему бы мне просто не рассказать всю историю? Так будет легче всего объяснить. Видишь ли, я немалого достигла в магии, но кроме того, я просто очарована археологией. Я была в группе археологов, и мы исследовали эти пещеры. Я заинтересовалась необычным узором на стенах пещеры и случайно оказалась в стороне от остальных. Затем я услышала крики. И на других напали тролли и огры, так? Неужели тебе удалось дойти до этого самостоятельно, а? К тому времени, как я вернулась к своим, часть была убита, а часть, видимо, бежала. Я очень беспокоилась о моем сыне, Ревате. Он слегка отстает в развитии. Быстро, осмотрев тела, я убедилась, что его среди них нет. А потом огромный тролль, никогда таких раньше не видел, а вернулся назад. Похоже, он очень удивился, когда меня увидел. Только это меня и спасло. Он начал улюлюкать и звать остальных. Потом направился ко мне, переградив весь выход. Я начала читать заклинание, но вид крови на его когтях заставил меня сбиться. Я собиралась запереть его в упругий шар Отикула, очень редкое, но полезное заклинание. И что случилось? Заклинание изменило направление и заперло меня в непроницаемом силовом поле, точно по форме тела. Я не могла двигаться, но и тролли не могли повредить мне. Они были так поражены, что, по-моему, возомнили меня богиней. Богиня? Почему вы так думаете? В этой раковине достаточно места, чтобы я могла говорить. Увидев, что я могу говорить, они не могут поранить меня, они начали кланяться мне и приносить дары. Я, правда, не могла их взять, но они все равно их приносили. Ну, готовься услышать самое худшее. Хоть все тролли с ограми и перебит, я не могу освободиться. Не знаю, сколько еще продолжится действие заклинания, но если я скоро отсюда не выберусь, я умру. Итак, каким образом я могу помочь вам? Прошу тебя, найди моего Ревата. У него кольцо, что досталось ему от отца. В кольце есть одноразовое заклинание отмены. Я сотворила его, чтобы защитить Ревата от заклинателей, что захотели бы повредить мне, обидев моего ребенка. Где я могу найти вашего сына? У нас были кое-какие хозяйственные постройки на поверхности неподалеку. Он мог остаться там, беспокоясь обо мне. Тебе лучше поспешить. Жажда начала до меня добираться. Так, окей. Но спешить мне, естественно, никуда не будем. Тут 2 миллиарда лет еще простоишь. Ничего страшного. Так, постройки там какие-то наверху. Ну, так, что? А, показалось. Так, ну, давай. Так. С ума сойти. А, кстати, интересно, если старуху... И дай, ладно, давай. Ой, медведь, смотри-ка там. Ужасный медведь. Сильный тролль. Тебе меня не победить! Тебе так, меня не победить! Тихо. Ужасный медведь. Так, пойдет. Огненная стрела. Животных, конечно, неохота убивать, потому что они вроде как этот, какие-то типа... Так сказать, зачарованные, да, там с ума-то свели. То есть они, по сути, на нас, наверное, как олени. Почему, не знаю, почему олени на нас не нападают. Там то не вроде тут тоже это должно. Или потом будут. Что-то такое. Короче, олени тоже против нас должны быть. То есть все животные против нас. Вот, и претит мне их просто так убивать. Но что поделать. Раз уж сами не нападают. Наверное, если бы мы играли, например, кстати, за какого-то рейнджера, или там угомонить животное, или что-нибудь типа такого. По-моему, усмирить животное у нас есть, да? Кстати говоря, может, заклинанием каким-нибудь усмирить животное, но ладно. Это, наверное, с этим. Может быть, кстати говоря, если мы бы умели разговаривать с животными, как этот, как рейнджер, может, можно было бы, типа, узнать что-нибудь? С этим, с... Так, подожди, откуда мы ушли? Видимо, поверхность. Умри, 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 умри!
давай. Да-да-да. Блин, огры вообще ничего не себя не представляют. 18 опыта, с ума сойти. Вообще лузеры. Так, щука-то дальше в пещеры. А, слушайте, наверное, вот как раз вот это вот выйти на поверхность. А, это, наверное, вот как раз таки из-за ревата. Пока, наверное, оставим его. Я не смог выполнить задание. Да-да-да. Фу, псих. А, давай, давай, давай. Теперь меня не победить! Теперь меня не победить! Так. Если что, еще вернемся сюда в любом случае. Пошли сюда. Сходим. Мне кажется, вот как раз таки вот это вот есть выйти на поверхность. Это к этим постройкам, да, которые старуха вот это сказала. Так что я думаю, что нам туда. Нам туда. Так, тут какая-то еще проход какой-то. Ну, это синий, значит, это комната. Я не смог выполнить задание. Ну, ладно. Замедление так замедление, фиг с ним. Кстати, что-то не сразу, да, сработало опять? Ловушка. Ну, по крайней мере, хотя бы можем ее открыть. 41, нифига там. Так, давай на поверхность выйдем. Для начала там тролль, там, наверное, какой-нибудь этот. О-хо-хо-хо, мужик, иди сюда быстрей. У тебя тут подписчики где-то ждут уже. Блин, кстати, тролль чем-то смахивает, знаете, был фильм. Старый такой, относительно старый, Беовульф называется, там еще с Анджелиной Джоли. Вот там точно такой же огр был, ой, этот, тролль, там не тролль, какой-то Грюм там, я не помню, как его звали. Ну, короче, пробежал там этот ночью в таверну, потому что все сильно шумели. Начал там дебоширить. Вот, вот этот тролль вообще просто пипец похож. А-а-а, я понял. Я понял, где мы вышли. Я понял, юный тролль. Умри, 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 умри. А, то есть мы не можем его, да? Он еще ниже. А, ну можем, кстати. Ох, как он нарезает, пипец. Так, а ты типа можешь спуститься к нам? Так, он куда-то бежит, так что я думаю, что да. Что может, да, может, отлично. Так, тут у нас проходов никаких нет. О, мужик! Мужик, мужик! А, тебе десяточку сюда. Сколько троллей дают? 18. О, такое, ну ладно. Так. Так, это у нас сюда вернулись, да? И это вот, вот это у нас получается там этот... А, нет! Мы сейчас этого гетта-то, кстати, не завалим. Кстати говоря, можно его попробовать завалить, если этот не убьет его, да, окончательно, и амулет ему дать. То есть сразу, чтобы сделать. Потому что мы теперь уяснили, что тут происходит, черт возьми. О, вершитель урока. Чё-то, по-моему, читал. О, боже. Мир не всегда был таков, как сейчас. Еще до начала времен было время, когда Земля из фонтана создающих рас. Песня сказывается, легенды былых времен. Давайте вспомнить его там, где... Да. Это мы все читали. Книжек мало осталось, которых мы не читали, да? Интересно. Вот, видите, олени не против. Не против нас. Так, какая-то еще пещера. Но у нас тут сейчас получается где-то Гирт, Гард, Гурт. Как он там? Забыл его. Вон он, Гет. Давайте попробуем. Мы сохранились. Давайте попробуем его завалить. Главное, чтобы этот псих не кританул. Так, 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 я понял. Я понял, что у нас там произошло. Мне показали, что у нас стрел нету. Так. У нас только огненные. Блин, надо бы купить, конечно. Придется арбалет, наверное, да, вставить. Давай хотя бы 7. Нет ранений, нифига. Блин, какой мощный-то, ты задрал. Давай, только не критань. О-о-о, тихо. Давай, Лекро, я больше не собираюсь на тебя нападать. Давай. Рад приветствовать. Здорово, какой вежливый.
Что ты здесь делаешь? Зачем ты здесь? Я не желаю, чтобы меня беспокоили. Кто ты? Гет! Некогда обычный человек, а не ужасный зверь родом из Портласта. Зачем тебе это знать? У меня серебряные обереги от Нюрика. Так, давай сначала спросим. Как ты им стал? Каратис привел сюда меня и несколько моих друзей, Урта, Брана и Эндера. Он хотел, чтобы мы помогли ему убить оборотня. Звучало все весело, и вот как закончилось. Все побежали. А, все побежали, и все мы стали оборотнями, кроме Эндера. Насколько я знаю, его не поймали. А, ты знаешь, как мне найти других? Так, здесь, чтобы убить, у меня есть серебро. Я прошу выяснить, чтобы тебе помогло оставаться так. У меня серебряные обереги от Нюрика. Серебро? Может, я и не питаю иллюзий по поводу своего будущего, но все же я не хотел бы быть преждевременного конца. Это оберег от Нюрика, он безопасен. Я чую проблеск надежды. Правда, может и правда? Ладно, давай свой амулет и посмотрим, что будет. О! И опять человек! Это что, шутка? Или все это видится мне во сне? Хотел бы я, чтобы это оказалось правдой. О, бери мое кольцо и отнеси его Нюрику. Я не нахожу себе без долгу разъездного человек. Спасибо тебе, добрая душа. Спасибо. Я твой должник навеки. Лично. О, как хорошо помогли человеку, да? Так, а у нас здесь что? Ага, на чарму. Так, а здесь у нас вторая пещера. То есть нам надо в пещеру. Давайте попробуем в эту зайти. Пес его знает, что это такое. Почему их две? Не знаю. Но в любом случае нам надо в пещеру. Надеюсь, пасфайник сработает. Да, вроде норм. А вот сюда вот. Да, да. 100, ага, сработал. Размечтался. Балован. Сумка для добычи. Так, я такой... Такое ощущение, как будто, знаете, просто этот... Останки. Во, останки, слово. После моба, но нифига. Так. Сколько у нас вот... Еще бы показывалось бы, сколько у нас еще висят, висеть они будут эти бафы. Было бы здорово по времени. Или хотя бы, знаете, как-нибудь этот, ну, кольцо такое, знаете, идет светло, а потом темнее, это значит, типа, скоро все, ГГ. Так, ну давай, мы сюда зайдем. Это, я так понимаю, что с другой стороны, да, с какой-то мы зайдем. Ага, вот, отлично. Тролль спит. Фига себе. Да Алан-то тут не шутит у нас, ни хрена. Да Алан у нас не шутит, он просто взял к троллю спящим, подошел топором его, блин. Я не смог выполнить. Да-да, иди взломай давай. Маньячело, чертова. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Кожаный доспех плюс 2. Ну, чисто плюс 2, поэтому без каких-либо этих. Окей. Круто, что у нас просто гора уже всякого. Ладно, потом переложу. Гора всякого, и это прям вообще здорово. Так, это давай сюда. Кстати говоря, этими штуками, видимо, сейчас уже лечить хреново, я так понимаю, да? Так, 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 юный тролль. Юный тролль, тролль. Ой, с этими это прям вообще... Тебе меня не победить! Тебе меня не победить! Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну тут нормально, не прощает. Так, ну давай. Так, все. Надо арбалет брать. У нас уже поперли эти болты, черт возьми. Ну, кстати говоря, и болтов-то у нас тоже не особо, блин. Ой, пипец. Болтов у нас, ребят, тоже не особо. Так, ну, по крайней мере, хотя бы обычные болты есть. Да? Они же должны быть. Так, где-то я видал. Вот, 17, да, и 18, 35, ну пойдет. Блин, пипец. Вот так вот вообще не следишь. И потом огненными этими начинаешь стрелять, блин. Хотя, с другой стороны, вот как всегда, вот знаете, наверное, будет как. Титры будем смотреть с полным колчаном всяких этих магических стрел, которые они никогда не стреляешь. Потому что копишь, думаешь, вот сейчас, вот они понадобятся, скоро понадобятся. И вот там уже, как бы... смотришь хитро, нормас. Так, огры достаточно простые. О, кстати, баф прошли, да? О! А вот смотрите-ка. Без бафов-то не так шустер. Наш челобас-то без бафов. Так, мы здесь были. Не, мы здесь не были, да? Оу, да, мы здесь не были. Я понял. Извините, пожалуйста. А кто знал, что в какой-то пещере будет ловушка? Это вообще что такое? Так, наверное, давай подождем, сразу забафаемся в любом случае.
пещере в какой-то, да? Просто ловушка среди какого-то водопада на булыжниках. Зачем? По что? Тем более, что тут тролли одни. Тролли же не могут ставить ловушки. И, короче, не согласен. Вообще, абсолютно. Так, у нас здесь дальше в пещеры и дальше в пещеры. Пьюс его знает, куда это тут. Чё? Вот это, наверное, выход у нас там сверху будет, да? А вот этот, наверное, дальше. Поэтому, наверное, сюда вот надо стоит сходить. Так, давай. Эга себе, еле успел, нифига скорость. Нам надо модификатор плюс 3, чтобы лук работал. И все, нам больше не надо. Ну-ка. Все, 3 есть, отлично. Больше нам не надо. Все. Оу, фига скорость-то. Блин, вот этих вот ускорения, оно бы немножко подольше было бы, вообще бы здорово было. Кстати говоря, тема, да? Умри, 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 на умри! Тебе. Хорош, это тоже все равно на 11 влепили. Блин, вот кстати, не скалируется никак, не скалируется, интересно, никак с этим, с увеличением. Может быть, чем там больше уровень, тем дольше будет работать. Ну-ка. Да, на уровень, но 6 секунд, конечно. То есть такое себе увеличение, но хоть какое-то. О, нифига себе залез. Просто думаю, ладно, дойду уже до этого. Ничего себе. Дневник Синт Ланераль. А, мы нашли ее, да? Этот дневник содержит личные мысли эльфийского археолога по имени Синт Ланераль. Господи. То есть мы нашли этой Лину, мужа его, записку, отлично. Она, наверное, подведет... Ой, так, стоп. Она подведет, наверное, так. Как-нибудь, а можно? О, нормально. Фига. Она, наверное, подведет нас потом под квестик, что типа, вот, принесите мне книжку, типа такого. 20! Блин, вы такие крепкие, жесть. 9! Мужик, пей что-нибудь. 9, давай, мужик, я верю в тебя. Давай. Давай, брат. Вож, тролли там еще. Да попади уже. Да ты зараза, а. Ну почти ведь. Так, ну-ка стрелять, что делать. На, получил по загривку. У-ху-ху-ху. Пусуды. Зараза какая, а? Умри, 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 умри! Да какой крепкий! А, я понял, он хилится, смотрите. Короче, нифига себе. Он был в смертельное ранение, а стал этот. Блин, ничего себе. Он, короче, хилится. Он нам прикол. Так, короче, нам надо получаться сейчас... Вот не так вот. А ну тут я ничего не сделаю. Здесь нам этому лоботрясу нельзя скачать. Иди, обезвредь. А кстати, может, можно. Может, он на этих тоже, да, нормально. Давай, иди, придурок. Не хочет. Иди, давай, обезврежи ловушку. Молодец. Обе, что ли, сразу? А хорошо-то. Отлично, сразу обе. Так, давай, ладно. Я так понимаю, что сейчас у нас уже этот бот. Заруба там с вождем. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Блин, надо. С вождем надо в любом случае его сейчас за этот самый. Так, 45 тысяч, лучше бы не смотрел, 6 тысяч у нас. Так, давай. Мы на него сейчас ускорение саданем, и я думаю, что там вообще зайдет хорошо. Так.
Сохраняемся и погнали. Так, он чуть кастует что-то. Ну так он кастует. Ну давай вот так. О, нет, может тут даже не кастовать, пипец. Умри, человек, умри. Не, вообще не, шансов ноль. Не знаю, что он там за вождь, конечно, но, видимо, это не главный какой-то. Там сказали, что он какой-то здоровый, а тут обычный этот. Я не смог выполнить задание. Странно даже. Голова вождя троллей так-то. Питательный топорик, бонус улучшения, плюс 3, пойдет. Так, и сколько ты весишь? А, кажется, что глаза обезглавленного вожака тролли следят за вами из запавших глазниц. Хотя вы совершенно уверены, что как следует обожгли обрубок шеи над костром у себя в лагере. Мысль о том, что тролль может каким-то образом регенерировать прямо у вас в сумке, постоянно преследует вас. Вы только мечтаете о том, чтобы быстрее найти Лентона и отдать ему проклятую штуковину в обмен на обещанное вознаграждение. Окей. Так, давай сюда. Так, все. Вот, кстати, там что-то еще выпало. Так, это вот это очень хорошо. Да, иди в жопу, какой-то 75, это нереально выжить. Нереально выжить просто. Фига, видали? Загрузились и другое совершенно этот. Лут. Давай, брат, давай. 61, с ума сойти. Так, ладно, сейчас мы-то этому попросим Дайлана, нашего этого красного тигра. Давай, иди обезвреживай. Блин, мы еще не видим ее, что ли? Давай тогда иди, отпирай. Вот за серия-то какой-то, прям не могу. Гад такой, а не хочет, посмотрите, а. Но, реально, вот если бы мы с собой с Томми сгоняли, мне кажется, Томми тут бы по всей пещере эти кишки бы разлетелись бы во все стороны. Да и Лану-то там достается иногда, да, от троллей? Как там, этот самый, по башке им дадут, так, блин, на пол хп. Так, зелье невидимости, хризолит. Так, ну а что-то тут вот еще есть. А вот дальше в пещеры, вот это я ума не приложу, что такое. То есть тут у нас этот... Ты не взял? Подожди, болван, нифига тут проход есть. А, давайте вы, наверное, вот сюда. Я так понимаю. Это у нас там, просто чисто проверить. Так, ну давайте вот так, чтобы быстрее. Wow. Gotta go fast. А, сюда встать. Ну, зон этот, блин. Так, где там... А, мы здесь все осмотрели. Вот этот булыжник туда не смотрели. Так, а мы... Да, и вот здесь не были. Ничего нету. Я так подозреваю, что это сейчас будет выход на, к этому, к лагерю этих. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, какая-то пещера. А, ну вот то же самое, наверное, да? В неглубокие пещеры. По семерке мы... Да. То есть это... Да иди в задницу. Вот, ладно, еще с тремя, еще хрен с ним. Я не смог выполнить задание. Да-да-да, иди давай. Я не смог выполнить задание. Да что такое? It is done. 49. Кто там маньяк? Я не смог выполнить задание. Давай, иди. Ломай вот это. Какой-то буян, буян какой-то. Так, две золота. Не пойдет, хотел сказать. Так, легкий молот. Я сомневаюсь, что он легкий, поэтому вот, вот так вот сделаем. Так, ну, поперли. Главное, чтобы ловушек не было сейчас никаких, а то эти 2-5 там на 49. Юный трой. А, на 23. На 17. И мы там подпёрдываем на четверку. Ярой, жопа, здоровый, блин. По идее, вот если по-хорошему, то Дайлан у нас самый главный герой Невервинтера. А я так, на вторых, если не на третьих ролях, можно сказать. Я только за диалоги отвечаю, все за убалтывание. Дайлан всю грязную работу делает. Дайлан, так-то где там? Меня тут домогаются. Он говорит, что раздавит меня. Дайлан, покажи как его. Наказать. Отлично.
На 45 тысяч опыта надо. И я вот когда вижу, получен опыт 18, немножко становится, честно сказать, грустно. Грустно. Не то чтобы... Я не смог совсем, как бы, но так близко к, скажем так, апатии и досаде. Невероятно. 45 тысяч. То есть нам надо, вот, вот грубо говоря, 45, да, у нас сейчас будет 45 тысяч. Это сколько огров надо завалить, чтобы получить 5 тысяч опыта. Это просто же невероятно. Но здесь, видите, в этом, в Neverwinter и вообще, вот, наверное, в Baldur's Gate уровень очень много чего значит. Это не как, например, в World of Warcraft там. 30-й, 31-й разницы вообще никакой. А здесь 7-й и 8-й разница просто колоссальная. В заклинаниях там может, могут, да, разные там быть эти круги, да, все вот это вот. Очень сильно отличается. Так что из этого, наверное, так мало и набирается. Ой-ой-ой-ой, а ты откуда тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Это ловушки такие, что ли? Местные. Кто-то из воды вынырнули. А у меня ничего нету? Такое ощущение, как будто реально они откуда-то из воды, что ли, вынырнули. О, что-то есть. Так, это вода. Как издеваются. Одна стрела. Пойдет. Так, это второй выход у нас, да? Ну, о, какой-то кристалл, смотри, какой. Но чисто проверить. Да. У Дайлана, кстати говоря, смертельная. А, это ранение, давай его подхилим. Чтоб банки не тратить. По 14. Ну, такое. Батат. Все, ладно, пойдет. Так, ну давай. Главное, чтобы сейчас опять ловушек на 70 урона не было. Обитай, бетуа, батат. Юный тролль. Ну иди, давай, 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 иди разбирайся. Че, попасть не можешь? Надо песню походу вафать. Ой, да куда ты, жирный? По лес обойти не может, блин. Так, у нас какой-то тут выйти на поверхность. А вот здесь есть ли выйти на поверхность? Я не знаю, куда идти. Пойдем вниз. Потому что, может быть, там ничего нету. Здесь вот есть... Может быть, здесь какой-то босс стоит? Еще какой-нибудь босс? Или мы, наверное, в какой-нибудь чар выйдем? Или что, знаете, что-нибудь из леса, что-нибудь такое? По сути, нам надо, конечно, бы этих найти. Друидов? О, вроде, слушайте, выход... А, нет, есть. Дальше в пещеры, ага. Так, ну дальше в пещеру мы точно пока не пойдем. Давайте на поверхность. И нам надо найти этот... у старухи вот этой, да, которая нам дала задание-то, нам надо, получается, найти же. Я так понимаю, что поверхность вот где-то здесь будет. Ну и бафы у нас уже скоро, я так понимаю, что закончатся, поэтому... Ой-ой-ой-ой. Я раздавлю тебя! 18 опыта раздавит меня! Ну давай. Пипец, вообще не оставляет ничего. 62! Фу! Да... Это, конечно, прикольно. 62. Огры. Вот вроде выглядит он так-то. Блин, там уже покоцанный, конечно. Я не смог выполнить задание. Да-да-да. Он, конечно, такой уже потреп. Чуть не убили, блин. Проще, наверное, взломать его вот так. Потому что нашему Дайлан тоже тут ничего не остается. Перед выходом. Банки сейчас я не хочу пить. Наверное, нам стоит, наверное, просто отдохнуть, я так понимаю. Наверное, это будет самый вариант. У нас как раз и заклинания все восстановятся. Серебряное ожерелье. Так, вот и... ну, и хэллоу восстановится. И вопящее ядро. Много подобных предметов относится Джерайдру Хаммер...
Джердаину Хаммерлауду, прославленному дворфийскому воину, знаменитому своим громким боевым кличем. Но он очень расстроился, когда ранение лишило его голоса, поэтому жрецы его клана сделали метательное ядро, которое, по их словам, донесли бы его крик до врага. Символический жест, но Джердаину они пришлись по вкусу, и он пользовался ими до своей счастливой смерти на поле боя. Тишина. Нифига себе, 50%. Ну, класс сложности, правда, конечно, 14. Вряд ли когда-то сработает, но тем не менее. Так, ничего тут нет. Выход на поверхность. Сейчас выйдем, посмотрим, если там кто-то нападет на нас, то тогда обратно зайдем и отдохнем, я думаю. Просто боюсь, сейчас много времени потратим. Может быть, там вообще просто один дом какой-нибудь, и никого там нет. Кто-то его знает. А так, если что, банками, я думаю, что восстановим. Пока баф все равно действует, он достаточно... Я понял. Сиди, пожалуйста. Так. Я понял. Давай, брат. О, хорош. Пойдет. Немножечко баночек выпили, ну ладно, пойдет. Так, вот эту дрянь вообще никак получается не достать. Только луком, да? О, Дейлан! Фига, маньячела! Ты че там? Фига! Ха-ха-ха, маньяк! Вот это псих! Надеюсь, ты спустишься, придурок! Придурок! Надо, знаете, как сделать? Надо зайти вот сюда. Он должен появиться рядом сейчас со мной. Во. А тролль не зайдет, да? Тролль пропал. А, вот, не пропал. Фух. Тролль все-таки, видимо, тоже в пещеру заходит. А, нахрен. О, за это 36, кстати. Почему-то. Может, когда критом убиваешь, больше дают опыта, что ли? 36 почему-то. А, за тролли так 36, наверное, дают. Я же с огром перепутал. За огром. Так, все, мы здесь были у нас, получается. Все, здесь тоже на поверхности никакой. Есть только вот здесь какие-то дома, черт его знает. Но в любом случае нам туда, получается. Дальше в пещеры, да? Так, и... Да, и, наверное, туда. Надо сейчас, наверное, все-таки тогда отдохнуть будет. На заклинание плюс-минус скоро должны закончиться. Наверное, давайте сразу отдохнем тогда. Потом это ускорение кастанем еще и на себя. И быстрее добежим, я так думаю. У нас в любом случае два еще есть. Подожди, а что-то... А как сюда попасть, смотрите? Вот так, наверное, да? Очень интересно. Так, иди сюда. Сюда иди! Вот так. Смотрите, реально, со скоростью, как он стал забафаться, офигенно. Просто шикардос. Вот это кайф. Ускорение, конечно, вообще имбовое. Оно вообще на все влияет. Обалденно. Еще немножко даже побегаем. Офигенно. Блин, ускорение самая классная магия. Так, тролль-шаман какой-то, нифига. Иду. Ну-ка, 4. Пока действовал, кстати говоря. А, все, перестал. Так, пойдет. Раз перестало, тогда все, можно не торопиться. Давайте нормально все тут осмотрим. Так, я понял. У нас это тоже закончилось, да? Да ладно, давай иди. Но наше попердывание все равно не этот самый. Поэтому пока он тут дерется, я... Блин, ладно, на обратном пути. Предлагаю просто пока сундуки. А вот там нашел-то. Ага. Эль. Практически труп заперт. Вот это позабавило бы. Так, давай попробуем. О, отлично.
Неужели ты не пройдешь, только не говори? За серия. Ну, кстати говоря, что-то там бьет. Нифига себе. Ничего. Так, я сам себе преградил. О, давай сразу ему отдадим. Ой, места нет, короче. Ладно, пускай. Я потом ее найду. Я потом ее найду. Да позвонит, черт тебя побрал. Кошмар. Прямо вот рядом кликаешь и уже не просчитывают. Так, вот, кстати говоря, все вот эти вот задубевшие кожи до конца игры, вот я вам отвечаю. Это будет все, ребята, с нами до самого конца игры. Это просто пипец. Надо бы их юзать, конечно, все, но... А, тебе так, меня не победить! Скорее всего, это связано... Тебе меня не победить! Это изитись. Скорее всего, это связано с тем, что мы сами заклинатель, да, и как бы... Ой, я забыл. Вот, и мы с сандалем, грубо говоря. Блин, а давайте, наверное, стрелять, блин, так неохота. Так, давай на мага. Давай на мага, короче, мы сейчас будем... Вот болты молнии у нас есть, да? Я предлагаю на мага, вот на этого, на шамана, который там будет. Ой. Я не смог выполнить задание. Сандалить им. Так, сейчас там будет зарумба. It is done. Taste my savage fury. Так, а давайте-ка вот так вот сделаем. Ой, все, сейчас там начнется пипец. Фух, давай. Два. С тебя шкуру спущу. 57, 15, 18. Офигеть, вообще шансов вообще ноль, блин. Маньяк сраный. Это просто какая-то жесть. Так, только давай без... Вот такие ловушки еще пойдет. Ух ты, магический посох. Посохи такого типа обеспечивают столь необходимую защиту для тайных заклинателей. Уровень защиты у каждого разный, но они все полезны. На многих не стоит никакого клейма, потому что скорее предмет повседневного использования, чем роскошь. Необходимы умения простые: друид, монах, плут или волшебник. Ну, то есть мы... Бонус... нифига себе. Броня мага, два заряда использования. Это, да? Защита от мировоззрения, три заряда, призрачный облик. Ну, прикольно. Так-то, на забафы, да? Надо, да? До первого торговца-то, прикольно. Так, а сколько у него зарядов? Использовать призрачный облик 25? Нифига себе. Слушай, а призрачный облик он на себя кастует? Так-то заклинание на себя, конечно, но может быть, ну-ка. А, нет, только на себя. Блин, сейчас бы на него, да? А насколько оно? Вы не можете... А, подожди. Вот так идите. Так, призрачный облик. Насколько интересно вот он. Так. Блин, да у меня нет этого заклинания. Это черт бы его побрал. Пойдет. Но призрачный облик классная тема. Если он баф точно такой же, то будем бафать. Потому что он там что-то класс брони увеличивает, а что-то 50% что-то там такое. Ну, короче, я читал, я не помню, но хорошая тема. Вот, если брать по аналогии с Baldur's Gate, то, конечно, да, прикольно. Там типа раздвоение, что ударят сколько-то процентов там. Если их 2, то 50. Умри, умри, что, умри, не умри, по, умри. Не по тебе, а по этому. По... Короче, по мерцам. Да не мне, вон ему ломали. Нет, я тут еще. Фу! Это пипец. Маньяк сраный. Сумка для добычи. Давай сюда. Так, ну, кстати говоря, неплохой посох. Неплохой. Так. Тут тупичок у нас получается. И дальше, далее в пещеру. Окей. О. Сюда. Мы, кстати говоря, до сих пор еще не нашли это, да? Сколько мы выходили на поверхность? Ну, у нас все в одну эту поверхность выходит. То есть пещера. А вот дальше мы, получается, везде вообще были на первой локации. Вот. И вот это вот далее в пещеры. Дальше в пещеры. Мне кажется, это уже будет что-то типа последних пещер. Или хрен знает. Либо вообще в какую-то в другую степь мы будем выходить. Потому что вроде как выходов больше нет на той основной. Вот. И поэтому... И она вообще где-то тут вон, в заднице мира спрятана. А что я думаю, что-то... Что-то сейчас будет. Что-то будет сейчас.
Давайте посмотрим. Да, все-таки, видимо, на 14 он, да? Ой-ой-ой, да? Умри, 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 умри! Все-таки, видимо, он на 14 у нас, да? Ой, а ты куда? А, я понял. Я понял. Я тебе все кости переломаю. Беспровоцированно. Давай. Мужик, ну ты можешь мне туда зайдешь? Ну ты придурок какой, так не могу. Бестолочь. Ты самому дана делать-то что ли? Да ладно, давай, иди, братан. Так кого там нашел-то еще? Идиот. Боже. Кого-то нашел, гуля какого-то, бедолага. На, иди сюда. Наверное, защити меня, на, вот так вот сделать. А, давай быстрее. Во. Все, бега, он избавил мир от этой грязи. Ой, Дайлан, Дайлан, Дайлан. Я понял. Ну почти убили, блин, пипец. Ну, сами-то мы вряд ли что-то тут сделаем. Кстати, смотрите, призрачная этот шляпа-то пропадает. Кстати, может быть, что-нибудь и завалим сейчас. Только попадать будем. Надеюсь, ты за нами не пойдешь. Лошара, не успел. Да ладно, ты тут? Давай, пошли. Я нашел, что покидать этот мир довольно неприятно, как и да ты что, болван? Тем не менее, я чувствую, что ничего непоправимого не случилось. Ты хочешь, чтобы я опять присоединился к тебе? Да уж, будь любезен. За серия такая. Так, ну все, получается, мы бафаем сразу песню. И по идее сейчас вернемся туда сразу и с новыми силами. Да, 150 уже золотых, с ума сойти. Так, ага, он фига, куда побежал? Я избавлю мир от этой грязи. Че, болван? Да ладно, так ты куда пошел-то? Куда он пошел? У него это, инвиза нет, что ли? Куда он побежал? Че происходит? Ты че, болван? О, какой-то разговорчивый больно. Шаман, тролль-шаман попался. Блин, крепенький. За него должен неплохо отвесить. А, он задиспылил все, что ли? У меня все бафы пропали. Или они по времени пропали? Блин, я что-то не обратил внимания. Так, давайте, наверное, того дрещуна завалим. Я думаю, что Дайлан, в принципе, справится под песней. Потому что он один там остался. Вот, и тогда будем закругляться. Дайлан, ты вообще тут? Предал меня, падла. Подожди, там кто-то был еще, по-моему, нет? Их два было ведь. Вот тут в инвизе стоял. Пришла на себя кастовать. Хрен его знает где. Ну ладно, этот там маньяк уже кого-то нашел. Видимо, все-таки он один был. Давай уже. Сейчас будем все равно ждать, поэтому 53. Так, ну все тогда. У нас вот осталось еще, я так понимаю, что что-то тут еще будет, да? Вот, пес его знает. Тут какой-то главный главарь будет, видимо. Не такой вождь. Хотя, по идее, вождя мы там завалили. Не знаю, что там дальше ждет. И там, типа, особо крупный какой-то, хрен его знает. Видимо, тут другой еще какой-то вождь есть. Черт его знает. Может, у них не один вождь. Может, у них вообще демократия. Хрен его знает. Премьер-министра или завалили, блин, хрен его знает. Ладно, ребятушки, давайте тогда на этом заканчивать. Вот, и в следующей серии уже дальше будем осматривать. А на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего. И всем пока. We'll be right back.